Дорогая Катя, я живу по-прежнему, то есть занимаюсь боевой работой. Сегодня, после короткого отдыха, я вышел на поляну, которая находится под постоянным обстрелом. И вот там, несмотря на все бомбежки и артобстрелы, существует жизнь. Эти цветы, несмотря на все угрозы их жизни, растут. Они хотят жить, они борются за свое существование, они воюют вместе с нами. Их фашистская бомба не берет. Посылаю тебе этот скромный боевой букет цветов, собранный на поле брани. Конечно, это не те цветы, которые растут в саду. Это полевые. Эти цветы сорваны на поле боя 28 июня 1943 года. Они устояли ожесточенную бомбардировку фашистских стервятников. Катя, напиши, как растет Лидочка, как она ходит в сад и в огород. Я знаю, что она любит бегать. Вероятно, ее удержать дома нельзя. Ну, пиши. Жду ответов. Твой Коля.